одесситов поздравили с Днем Конституции. По всему городу депутаты от партии «Солидарность» блок Петра Порошенко разместили праздничные плакаты. Конституция Украины – это самый главный закон, самый главный документ. И сейчас происходят изменения в нее, связанные с децентрализацией, с большим количеством прав для местных жителей, для районов, для сел, для городов. И я поздравляю нас всех с этим, поздравляю, что мы будем свободнее и счастливее. 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла первую конституцию независимого украинского государства. Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. День Конституции – очень важный день для нашей страны. Те реформы, которые проходят сегодня, они должны воплотиться в конституционную реформу и должны привести к тому, что наши граждане должны стать действительно по-настоящему свободны и ощутить то, что они живут в правовом государстве. Принятие Конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене. Несмотря на то, что документ закрепил правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, страна продолжает их отстаивать до сих пор. Ольга Китик, Алексей Мраховский, Думская ТВ.